Председатель общественного объединения инвалидов «Ковчег» лично участвует в проверке. Начинает издалека, с подъездов к зданию. От стоянки автомобилей до входа добирается без проблем. Замечаний нет, все учтено вплоть до мелочей. Вы понимаете, что это степень свободы, если ты ни от кого не зависишь. Это, ну вот представьте себе, что вот вы, как бы вот здоровый человек этого не понимает. Когда ты можешь просто приехать куда-то, никого не прося, ни под кого не подстраиваясь, ну просто даже вот людей на улице не прося, что ты сам заехал, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Это безусловно, это очень важно. Основные посетители пенсионного фонда – это люди преклонного возраста. Поэтому отношение к клиентам с ограниченными возможностями здоровья здесь особое. Для них организована автостоянка, комфортный пандус для колясочников и даже санузел, оборудованный по всем требованиям государственной программы «Доступная среда». Также предусмотрены все меры для слабовидящих. Вход в здание оснащен тактильной плиткой и поручнями. В зале специальное окно для этой категории граждан. Данный вопрос вообще в пенсионном фонде является одним из приоритетных. Существуют специальные методические пособия, и наше здание относительно новое, поэтому в нем уже многое было сделано изначально. Но поскольку требования меняются, нами был проведен анализ доступности. Главная гордость пенсионного фонда – это клиентская служба управления, которая расположена на первом этаже. Именно здесь располагается дежурный специалист-консультант. Не менее важно – дать полную информацию пенсионеру, чтобы у него не осталось вопросов. За месяц один оператор обслуживает более 500 человек. Нагрузка очень большая, но я понимаю, что место значимое, и человек может обратиться сразу ко мне и получить первую важную информацию, которую как раз я и оказываю помощь в этом. Справку ту же самую заказать, чтобы не сидеть в очереди, получить, записаться предварительно на прием. Конечно, придется подождать, но услуга такая есть. С начала года уже выдано более 2500 справок. Обработано почти 13 тысяч звонков. Количество клиентов растет с каждым днем. Руководство анапского филиала уверяет, что готово к новым нагрузкам. А что касается создания комфортной и доступной среды, здесь пенсионный фонд сегодня выдержал, пожалуй, самую серьезную проверку.